Со времени появления первого микропроцессора для персональных компьютеров с каждым годом число транзисторов на чипе увеличилось примерно таким образом, что каждые два года их число удваивалось. При этом также увеличилась частота их переключения, и транзисторов на чипе становилось каждым годом все больше. Примерно с 2003 года, однако, частота микропроцессоров замерла на отметке около 4 ГГц. И как вы, если вы обратили внимание на то, что происходит в современных ваших мобильных устройствах, частота где-то порядка 1,4-1,7 ГГц. С чем же связано это уменьшение частоты? А это связано с тем, что когда у вас увеличится число транзисторов на чипе и увеличится частота, происходит все большее выделение тепла. При каждом переключении у вас тепло выделяется. Маленький ваш чип, вы можете с помощью обдува его отвести только определенное количество тепла. Если у вас тепла становится слишком много, в конце концов ваш чип расплавится. Сейчас мы находимся в той стадии, когда мы практически достигли того, что называется кирпичной стенкой в этой, так сказать, области человеческого познания. Значит, что это означает, что вы уменьшать размеры ваших приборов уже просто не можете? Почему? Потому что существует квантово-механическое туннелирование, когда ваша заслонка на плотине течет, и электроны проходят под барьером, совершенно бесполезно, значит, они выделяют тепло, и при этом ничего не происходит. Вся электроника, которая до сегодняшнего дня существовала, она организовывалась таким образом, что вся информация при каждой перемене бита стиралась. И стиралась она таким образом, что вся энергия битов превращалась ни во что иное, как в тепло. Вопрос, существуют ли другие возможности как-то с этим теплом обращаться? Вместо того, чтобы его выбрасывать, может быть, его можно как-то рециркулировать, подобно тому, как мы рециркулируем картон. Оказывается, что такая возможность существует. Есть так называемый принцип Ландауэра, согласно которому тепло необходимо выделять только при стирании информации. Но стирание информации – это далеко не единственный процесс, который происходит на чипе. Поэтому есть огромное количество вещей, которые можно делать с помощью так называемой адиабатической реверсивной логики. Грубо говоря, у вас есть некоторая емкость, которую вы наливаете воду, и когда вы оперируете в современных компьютерах, вы это производите путем выплескивания воды в банку. Половину воды при этом проливается. Когда вы стираете информацию, вы все выбрасываете совсем. Значит, в адиабатической реверсивной логике картина примерно такая, что вы берете емкость и аккуратненько наливаете в нее воду, не расплескивая. А потом, когда вам нужно этот бит убрать оттуда, вы аккуратненько переливаете это дело обратно в исходную банку. В качестве этой банки выступает, на современных чипах могут выступать микромеханические резонаторы, которые могут выдавать энергию на ваш чип и поглощать ее обратно, потому что обычный источник питания это делать не способен. Вот, значит, естественно, для того, чтобы это дело все организовать, у вас нужны какие-то элементные базы, какие-то транзисторы. Но суть в том, что транзисторов на чипе сейчас уже так много, что все равно их все использовать нельзя. Поэтому часть ресурсов можно совершенно спокойно задействовать на то, чтобы организовать этот самый менеджмент, распределение этой энергии, куда надо, туда залить, обратно подобрать. И таким образом вы можете резко сократить тепловыделение. То есть, грубо говоря, если у вас есть некоторая батарейка, то ваше устройство может работать, скажем, 100 раз дольше на той же самой батарейке. Или если вы хотите использовать ту же энергию, вы можете организовать большее число процессов, исполняемых таким образом. Вот. Это значит процесс, который можно организовать уже на существующей элементной базе, используя современные транзисторы. Дальше, если фундаментально смотреть на вещи, что можно еще делать? Если вы будете немножечко дальше продолжать двигаться по пути уменьшения размеров транзисторов, вы, тем не менее, очень скоро упретесь в эту пресловутую кирпичную стенку.
И согласно всех прогнозов, это наступит в течение ближайших 5 лет. Потому что мы опять же говорим о том, что вы не можете сделать размер вашего транзистора меньше, скажем, грубо говоря, одного атома кремния, а все негативные эффекты уменьшения размеров, связанные с тем, что у вас происходит огромное количество бесполезного выделения тепла, они сохраняются. То есть, таким образом, мы уже через 5 лет будем в этом смысле находиться в ситуации, когда уже дальнейшее уменьшение размеров невозможно. Значит, в этой ситуации есть смысл задуматься о каких-то других путях увеличения производительности компьютеров. Один из таких путей – это так называемые клеточные автоматы на квантовых точках. Итак, что же такое клеточные автоматы на квантовых точках? Идея этого достаточно простая. У вас представьте себе, что у вас есть квадрат. И в 4 углах этого квадрата находятся по квантовой точке. И вы засунули в эту штуку 2 электрона. 2 электрона, они будут садиться, соответственно, либо так, потому что они друг друга никак не выносят, потому что они заряжены одинаково. За счет кулоновского расталкивания, таким образом, они будут расположены либо так. И это будет соответствовать, соответственно, двоичному нулю или единице. Дальше, если вы такие кубики, как в наборе Лего, друг к другу соберете, приложите, то за счет кулоновского взаимодействия между этими ячейками или клетками вы будете осуществлять передвижение бинарной информации. То есть вы, грубо говоря, ваши клетки приделали к ней 3 других клетки и получили таким образом то, что называется majority gate. То есть это штука, в которой выбор решения вашей клетки, которая находится в центре, определяется состоянием входов 3 других клеток. И если большинство голосует, что нужно идти в эту сторону, ваша центральная клетка вынуждена реагирует, как ей навязывает большинство. Такой демократический процесс. Суть этого в том, что из этого блока вы можете сделать любые бинарные функции, а дальше, собирая эти клетки вместе, вы можете собрать процессоры. Такие устройства были показаны экспериментально, мы эти работы выполнили в конце 90-х годов, но эти все штуковины работали при температурах порядка 100 милликельвин. Значит, примерно в конце 2000-х годов в Канаде была показана система такого типа, которая работает на отдельных атомах. Но, тем не менее, если вы показываете, что одна клетка работает, это вовсе не означает, что вы можете собрать из этого какой-то функциональный процессор. Помимо электронных клеточных автоматов, можно также использовать автоматы, которые построены на наномагнитах. Это примерно такая штука, где у вас имеются маленькие наномагниты, однодоменные. Соответственно, у них есть поляризация магнитная одного вверх и другого вниз. Если вы их... Это 2 возможных состояния поляризации. Если вы их друг к дружке приложили, и вот такое состояние, оно будет соответствовать больше энергии, поэтому они станут вот так. Если вы их расположите в вертикальном положении, то они выстраиваются, соответственно, друг за дружкой. Это все связано с тем, что система стремится уменьшить свою энергию, и поэтому происходят эти взаимодействия. Эти взаимодействия можно использовать точно так же, как с электронами, для того, чтобы выполнять разумные логические функции. Такие автоматы работают при комнатной температуре, однако есть сложности с осуществлением, с выполнением физическим их входа и выхода. То есть сейчас мы продемонстрировали, что это дело все работает, но для того, чтобы это визуализовать, приходится использовать средства магнитной микроскопии, когда вам, чтобы прочитать состояние этой системы, требуется примерно час. То есть как процессор это, конечно, не работает в настоящее время.
Наконец, в перспективе, что хотелось бы использовать, это молекулярные комплексы, которые сами по себе представляют собой такой клеточный, ячейку клеточного автомата. То есть у вас есть два электрона в некоторой большой молекуле, которые распределены таким образом, что они могут переключаться вверх и вниз. Это очень замечательная идея, и по идее, и в принципе можно собрать огромное количество таких молекул на чипе, но проблема в том, что толком не знает никто, как это сделать. И на данном этапе мы пока что можем пытаться детектировать состояние этих молекул, но, к сожалению, вот фундаментально проблемы, так сказать, self-assemble, то есть то, что называется самосборки, они в настоящее время только применимы к системам типа сенсорных, где у вас какие-то молекулы, допустим, выдает вам какой-то при их воздействии на них, скажем, фотонный импульс или что-то в таком духе, но никаких функциональных элементов пока что собрать никому не удалось. В заключение нужно сказать, что кремниевая электроника, конечно, будет оставаться с нами в ближайшее время. С моей точки зрения, устройство, которое будет использовать адиабатическую реверсивную логику, позволит нам некоторое время продвигаться вперед, даже в условиях, когда мы не можем уменьшать размеры транзисторов. Ну а там посмотрим. Может быть, к тому времени нам удастся придумать, как собирать что-то из молекул.